Ну, как это доброе утро, покажи. Мелковатое, ну ладно, пока есть. Треска. Всем привет, вы на рыбалке с Демидой. Мы сегодня вышли в море, дабы попробовать половить треску. С помощью диппера еще прошлогоднюю точку нашли, которая была забита у нас. И уже поклевки есть. Так что ждем, пробуем. Витек тащит, тащит. У меня он тоже самый хороший такой был. Загиб. Шахту. Аккуратно телефон. Аккуратненько взял на подмотке. Сыпищинг! Дабл-трипл! Дал-дал, угадал! Секретное оружие работает. Что, воду скидываем? Не-не-не, давай обратно. А где то ведро? Я тебе там дал. Под тобой. Сдалека на выброси. Сейчас тащи эту рыбу. Вот что диппер чудотворящий вытворяет, да? Дали на точку и на тебе. Мелко. А по телефону-то зачем? Как же приятно, когда на выбросе поклевка. Вроде рыбка хорошая. Сделаешь фотку? Давай. На мой, на твой? Давай. Так или так? Так, горизонтально. Еще ой, красивая фото будет. Thank you.
бывают вот и такие попадаются. Будущие крокодилы, пускай плывет. Спасибо. Ладно, ставим секретное оружие. Где был зацеп, тут вот эта точка получается. Показывает, что и рыбка там стоит. Все, мы запарковались? Да. Все, ловим дальше. Доставай, холод. О! Сейчас твоя поклевка. Есть. Сейчас что-то перестало брать. Вот часа, наверное, полтора кидаем. Вот первую поклевку висяем. Юкш. Екша в домике. А, пока ждем нас. О. Фу, хорошо, что камера запах не передает. Обычно там это землю шарами. На свой страх и риск кидаю зацепы, но пока вроде бы выводишь аккуратненько и поклевка есть. А в сетник бы поставить, но блин, барашки такой тяжелый нету. Ах ты, ё-моё, прижало. Вот такая вот красавица, треска. Спасибо. Пытаемся дальше. Секретное оружие. Это много. В самый раз. Ладно, будем заканчивать рыбалку. Вроде половили нормально. Следующее видео будет. Сейчас поедем на речке, еще постоим пару часиков, покидаем. Может, щучка хапнет. Посмотрим. Вроде отловились. Дичка. У меня чуть поменьше количество. Ну все же, на жареху есть. Норму не выловили, не поймали. Ну и ладно. Ладно, всем пока. Оля, сорвись!